Это интерактивное сообщение создано независимой развлекательной нейросетью конструктора и является публичной цифровой офертой. Юрисдикция Нового Рима, сигнатура W93638192. Продолжая прослушивание, вы подтверждаете, что данная информация не ограничивает вашу свободу, не вводит вас в заблуждение и не осуществляет насильственных действий в отношении вашей личности. Если что-то из вышеперечисленного не является для вас истинным, немедленно прекратите прослушивание. Для продолжения прослушивания дождитесь окончания звукового сигнала авторизации. Независимая нейросеть конструктора объявляет о создании нового развлекательного шоу. Четверо людей, отобранных из числа добровольцев, примут участие в походе, отправившись внутрь мыслящего лабиринта конструктора для прохождения череды смертельно опасных испытаний. Те из них, кто смогут выжить и отыскать выход, будут объявлены победителями и награждены исполнением своих желаний. Останки погибших навсегда останутся внутри конструктора, а их доверенным лицам будет выплачена материальная компенсация. Любой желающий сможет наблюдать за походом в прямом эфире, зарегистрировавшись в качестве наблюдателя, а также повлиять на его исход, зарегистрировавшись в качестве судьи. Желающие принять участие в походе могут подать заявку на отбор, зарегистрировавшись в качестве добровольцев. Для начала процедуры регистрации дождитесь окончания звукового сигнала авторизации.